Привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня мы будем открывать календарь Чупа-Чупс. Точнее, адвент-календарь на Новый год. Потому что уже зима на улице, уже 4 декабря, и надо бы уже открывать адвент-календари. И чтобы подсластить свою жизнь, мы сегодня будем открывать адвент-календарь с Чупа-Чупс. Обожаю Чупа-Чупс конфеты. Так, давайте открываем. Главное, никакую ячейку не разорвать. Так, ой, как легко открывается. Даже ничего не испортилось. Так, первая ячейка. Где же у нас первая ячеечка? А вот она. Так, раз, два, три. Вау, о боже, какой он маленький. Первое, то, что нам попалось, это вот такой вот Чупа-Чупс. Клубничного вкуса. Мини. Это какой-то новенький. Посмотрите, потому что все такие большие, а этот мини. Никогда такого не видела. Так, давайте открывать вторую ячейку. Вторая ячейка вот здесь. Это вот такая вот конфетка. Мне кажется, то, что это жвачка. Ну, похоже, так и есть. Так, давайте третья ячейка. Ой, она большая. Ой, это Чупа-Чупс. Со вкусом Кока-Колы. Уже не мини. Вот вы сравните. Скажите, какие маленькие. Ой, я немножко, когда вам показывала, немножко 17-ю ячейку поранила. Так, ладно. Номер 4. Где четвертый номер? Вот здесь. Здесь тоже должен быть обычный Чупа-Чупс. О, необычный. Это мороженое с клубникой. Я не видела такого, я только пробовала клубнику, а мороженое с клубникой я не пробовала. Номер 5. Здесь очень кислая жвачка. Здесь очень кислая яблочная жвачка. Попробуем после видео. Ну, такая вот зелененькая супер-саур жвачка. Я люблю супер-саур. Ну, не прям супер. Я не люблю прям сильно кислые. Я люблю нормальные такие. Так, номер 6. Вот, шестерочка. О, а здесь такая же, только клубничная. Тоже жвачка супер-саур. Так, номер 7. Где же у нас... Семерочка. Вот. Открываем. Здесь мини Кока-Кола Чупа-Чупс. Пока есть, у нас повторяю свой большой Чупа-Чупс и мини Чупа-Чупс. Еще надо вот такой вот большой найти и вот такой вот маленький. И будет целая семья Чупа-Чупсов. Так, следующая цифра это 8. О, это еще раз жвачка. У нас уже такая вот. А нет. Какие-то другие? Или упаковка просто другая? Не знаю. Так, номер 9. Где же девяточка? Девяточка, девяточка, девяточка. Вот девяточка. И здесь клубничный Чупа-Чупс. Смотрите, у нас семья. Вот такая вот у нас семья. Два кока-кольных, то есть маленький и большой. И два клубничных. Маленький и большой. Номер 10. Так, 10, 10, 10, 10. Где же он у нас? Вот 10. О, еще одна такая кислая жвачка. Вот такая вот еще одна кислая жвачка. Потом номер 11. Где же номер 11? Вот номер 11. Так. Еще одна супер-саур, только уже с клубничным вкусом. У нас теперь две. Номер 12. Где же у нас 12? Вот 12. Открываю. Еще кока-кольный мини. Папочка, у нас попалось два маленьких кока-кольного Чупа-Чупса, поэтому один я тебе... О, спасибо, Аренька. Какой вкусный кока-кольный Чупа-Чупс. Так. Номер... На каком номере остановились? На 12, да? Да. Так, 3. И нам здесь попалась еще одна вот такая вот жвачка. У нас теперь 3 вот таких вот клубничных жвачки. Потом, следующий номер 13... А, нет, 13 мы только что открыли.
Номер 14 здесь должен быть обычный чупа-чупс, не милый. Малиновый, обожаю малиновый чупа-чупс. Вот такой вот чупа-чупс. Потом номер 15. Вот, 15. Вишневый чупа-чупс. Обязательно его попробую, когда буду в парке гулять. Обязательно его попробую. Так, потом номер 16, сразу 15. И еще одна вот такая клубничная супер-саур жвачка. Так, потом номер 17. Где же номер 17? О, я не могу найти номер 17. Ребята, так, сейчас я его попробую найти. А вот, просто я его не заметила, потому что я его уже чуть-чуть проломила. Так, вот клубничный мини, теперь у нас семья. Ну, у нас и была как бы семья, вот, мама и две дочки. Чупа-чупс фэмили, да? Да, чупа-чупс фэмили. А надо вот так вот видео сделать название видео. Чупа-чупс так и фэмили. Сделаем. Так, номер 18, да, пап? Да, Круш, давай. Вот номер 18. Здесь опять, наверное, будет жвачка какая-то. А, да, я угадала. Это еще раз клубничная жвачка. Номер 19. Где у нас 19 улыбается? Так, вот 19. Так, так. Ой, не то. Так, о, у нас здесь попалась жвачка. И, а, да, мы открывали 11, потому что показалось, что не открывали. И еще здесь вот такая яблочная жвачка супер-саур. Так, номер 20. 20 номер. Где 20 номер? 20 номер, 20 номер. Вот 20 номер. Здесь вот такая вот жвачка с клубничным вкусом. Опять супер-саур. Потом я уже открыла 21 ячейку, и у нас здесь попался яблочный чупа-чупс. Потом 22 ячейка. Все, чупа-чупс фэмили, все, можно вот так вот, смотрите. Можно вот так вот из маленьких чупа-чупсов делать, и все. Дарю цветочек, цветочек. Так, и номер 23, и сразу вот 24. Привет, последний номер, и здесь... Кока-кола! И 24 номер, барабанная дробь! 24 номер. Открываем. Это шипучка, ребята! Смотрите, какая шипучка! Аринка, адвин календарь у нас полностью открыт. Чупа-чупс, да? Наш сладенький календарь. Да. Покажи все наши чупа-чупсики. Family. Вау, сколько здесь чупа-чупсов. И жвачки, да, и конфеты, и вот шок. Шипучки. Шипучки. А с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наше новое видео. Пока! И ставь лайк, если ты любишь чупа-чупсы.